Доброго вам субботнего дня, вечера, времени суток, уважаемые зрители канала и те, кто желает к нам присоединиться, зашел случайно. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии, просматривайте видео, которые были ранее, узнавайте, о чем канал, чем мы занимаемся. И сегодня такая маленькая подборочка моментов движений по нашим проблемам, которые мы обсуждаем на данном канале, чем мы, в принципе, и занимаемся. Ну и небольшой влог о моей работе основной. Спасибо всем за просмотр, всего вам хорошего. На ловца и зверь бежи. Манюнька, ты помазалась, а не чёчки. Скажи честно, кто у тебя ударил? Или ты сама упала? Нет, я не упала. Ударил? Аслан? Телефон мне забрал. Аслан? Твой телефон кнопочный? Да. А нахер он нужен? Вообще он капец у тебя ударил, глаз. Он зигра мне упал. Я не знаю, чем зигра блин. А чё, давай я тебе куплю телефон. Он стоит там 700 рублей, блин. Завтра утром будешь здесь? Я куплю тебе телефон. Во сколько? А? Во сколько? Ну, где-то 8:30. А? Помажь глазки, чтобы поскорее синяки эти прошли. А, мажь там лежит. Ну, а что он там лежит-то, мажь? Я сегодня копал с ним. Будешь завтра здесь? Да. Ну, я тебя все равно найду. Я куплю, ну, 8:30 утра. Ну, да. Я куплю, если не найду, то передам тебе, значит, или вечером тебя увижу. Тебе лично ну, отдам. Ну, лучше бы мне, да. Да, да. Ну, обычный такой вот этот, за 700, за 800 рублей. Ну, да. Я зигать связаться не могу никак. Я понял. А сим-карта на кого была оформлена? Зига покупала мегафонскую. У меня есть карта там, этот... Ну, Женьке я тебе могу дать позвонить. Ну, у меня номер его есть. Я понял. Ну, не забудь, будь завтра здесь утром. Да. Я там сейчас это на халтуру там мотаюсь, поэтому это днем не могу здесь быть. Записан точно? А вот 2:08. Наверное, да. Вот, да. Ага, ну все хорошо. Не забудь завтра здесь утром. Угу. Встречаемся. Ну, а Сашу спрашивала. Ну, Саша. А Саша ничего не знает, говорит, не знаю, не знаю, говорит, ну, да. Насчет чего? Когда я уехала кататься. Машуль, как в салоне красоты. Сидишь там, заулыбалась. Ёшкин матрёшкин. Не снимай, у меня домашний. Я не снимаю тебя, ты сама повернулась. Так, ребята, ну потеряла у нас Маша телефон. Пошли, короче, купили ей телефон. Дешевенький, но работает. Все, он там пищит. Здрасте, мужчина. Доброе утро. Машку не видел?
воды изначивали. Ты на шестом не был она сейчас? Умрет. А я на что? А что сейчас? Сейчас не был на шестом? Меня нет. Я туда не ходил. Там только Валера. Белорус или космос? Нет, космос. Вообще, меня сегодня же пробегали здесь, а сейчас. Ну, без всяких проблем. Александр. Здравствуйте. Приветствую. Здорово, человек. Здорово, человек. Подписчики твои. Подписчики, спасибо. Подписчики. Списывались, да. Че, как? Нет, пока никак. Пока никак, совсем? Ну, в общем, ты бы вот, подписчицы твои. Как она? У меня ночевала. Танюк вообще красавец, ёлки. Зачем бы хоть это на камеру сказал, да? Придется вырезать. Ты здесь постоянно, да, я так чувствую, всегда проходишь. Да, там на работу вот еду. С работы это. А я с Башкирии сам. Только что с самолета. Машке телефон купил. Где? Где она есть? Понятно, понятно. Сим-карту. Ну, а он еще не отдал. А? Телефон еще не отдал. Но он с ней не может говорить. Телефон-то у него. А он отдаст ей? Я там думал, отдаст. Он вообще на подзарядке был. А-а-а. Кончил выезжать. Куда? В Краснодар. Они уже договорились. Там, ну и своя там. Морочка, я не знаю. Я понял. Мне нужен, короче, белорус Валера. Я его хотел отправить сегодня в Лобню на работу. Вот. И нужна Маша. Телефон ей отдай. Эй, Саша, да. Я тебе в WhatsApp писал. Адреналин для космоса. У меня у тещи ожог был. Чуть ли не пересадка требовалась. За неделю посажу. Он не прилипает ничего. Он, конечно, стоит не так уж дешево. Бреналин? Бреналин, повязки такие специальные. А, есть. Их нацепить не прилипает ничего и заживает, как на собаке это все. Угу. Блин, это было бы дорого, наверное. Ну, не дешево, да. В Олегу, вот, отсюда сейчас на шестерку. Сейчас я бегом-бегом так, видишь, я вечером буду, короче. Женю зовут его. Давай. Женек, привет тебе. Уважаю элиту. Вообще уважаю очень сильно. И всем твоим привет. Просто, Женек, будь вот таким вот ВДВшником, чтоб настоящим. Отлично. Ну да. Так, Маши нету, никого нету. Так, ребята, ну и между делом тут покажем, чем я занимаюсь. Такая кроватка будет. Вот сам шью, короче. Раскроил. Такая вот чик. И тут вклеиваться будет кантик. И тут по краешку тоже будет кантик идти. Вот, сейчас дело уперлось в кантик. Сейчас мы будем звонить, когда нам его купят. Уже вот сюда вот можно вшивать, пришивать бурлет по всему краю и прибивать. Вот не знаю, от скорости доставки кантика будет скорость готовности этой кровати. Кантик будет, значит, я сегодня эту спинку, по крайней мере, доделаю и царги до половины. Завтра добью. Не получается у меня и за второй день. Очень медленно. Это организация труда. Вот такой там цех. Это типа швейка. Там машиночки стоят. Машиночки. Такая машиночка. Сервопривод. Жак. Сервоприводок. Встроенный. А, не, не встроенный. Такой обычный. Вот, сам шью,
сам краил. Короче, все сам. Каркас сам. Все с нуля. Это вот спинка кровати. Ну, постепенно буду показывать, как она будет выглядеть в дальнейшем. Вот я тут самое главное сшил. Тут важность, чтобы все четыре шва совпали с диагонали вот с этой. От угла до угла ровненько, чтобы все были уже в обитом виде. Это довольно-таки щепетильная процедура. Ну, в принципе, все. Вот это сейчас сюда пришивается по кругу кант и бурлет. Все, можно забивать, обрезать, вклеивать кант, и спинка готова.